Пойдите сюда. Sit down. Садитесь. What did you think of me yesterday? Что вы подумали обо мне вчера? Вы, наверное, осудили меня? Вы меня еще не знаете? Я пристранная. Я хочу, чтобы мне говорили правду. Всегда. Вам, я слышала, 16 лет, а мне 21. Вы видите, я гораздо старше вас. И потому вы всегда должны мне говорить правду. Глядите на меня. Отчего вы на меня не глядите? Вы мне нравитесь. Мне нравится ваше лицо. Я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь? Княжна, во-первых, называйте меня Зинаидой. А во-вторых, что это за привычка у детей? Я хочу сказать, у молодых людей. Не говорить прямо то, что они чувствуют. Это хорошо для взрослых. Ведь я вам нравлюсь? Конечно, вы очень мне нравитесь. Я не хочу это скрывать. Вы учитесь в школе? Ну, можно так сказать. Последний класс. Я студент. Скоро буду поступать в университет. О, да, я вижу, вы совсем большой. Как вы на меня смотрите? Зинаида. Thank you.